Шум братада, пора Елгав. Здравствуйте, дорогие друзья! От всей души приветствуем вас на ярком, веселом, хлебосольном, теплом, дружном и семейном празднике культуры и традиций финно-угорских народов Шумбрат! Шумбрат – это Кельгова Янгард! Очень рада быть сегодня здесь вместе с вами на Владимирской земле, которая славится своей многовековой историей, богатейшей культурой. И особенно отрадно, что здесь отмечают вклад финно-угорского народа. Очень хорошо, что Шумбрат, наш этот большой праздник, шагает по стране. Во многих регионах проводится, главное, в Саранске, Мордовии. Вот. Но я вам скажу, сегодня, в этот же день, в Челябинской области Шумбрат проходит. И здесь, в Владимире. Это очень приятно тоже. Финно-угорские народы, вы все знаете историю нашего края. Это исконные племена, которые исторически здесь всегда были на территории. И, как сегодня в ролике мы видели, многие названия наши, они связаны с финно-угорскими названиями. И поэтому, конечно, этот праздник наш, родной, как, наверное, праздник всех народов России, которые проживают во Владимирской области. Мероприятие, которое проходит сегодня, отличная возможность собрать вместе всех рядом, собраться с семьей, познакомиться с искусством финно-угорских народов, их обычаями, традициями. Это особенно важно в год семьи. Я вам привез замечательную весть. В следующем году в городе Кержаче откроется музей финно-угорской культуры Кержи-Ачи, в котором мы собрали большую уникальную коллекцию раскопок, которые связаны вообще с финно-угорской историей на территории России. И один из уникальных только экспонатов, которые я скажу сейчас, это вот первые, вы сейчас об этом узнаете, у нас есть два уникальных 7-8 века свадебных нарядов женских в серебре и полностью в бронзе. Этого нет ни в одном музее мира. И вот таких уникальностей у нас очень много. И мы, собственно говоря, мы, кержачане, приглашаем вас всех. Самое главное, это то, что все 20 лет мы были одной большой дружной семьей. Поистине семьей. Готовы в любой момент прийти на помощь любому из ее членов. И я абсолютно уверен, что и следующие 20 лет наша организация будет абсолютно такой же дружной семьей. И еще по 20, по 20 и по 20. Конечно, сегодня на территории Владимирской области созданы все условия, чтобы мы, как сегодня, сохраняли свои обычаи, традиции. Это мы благодарны всем, начиная от Министерства внутренней политики. И те возможности, которые сегодня у нас возникают и созданы, это как сегодня организатор. Одним из организаторов является площадка Дома дружбы народов. Поэтому Шумбрат, как в переводе, как я понимаю, это праздник дружбы и веселья. Всем желаю мира, добра, с праздником. Очень рада, что сегодня у нас такое количество зрителей, посетителей, гостей, друзей на нашем мероприятии. Значит, наш Дом дружбы работает очень эффективно. Значит, мы на самом деле объединяем друзей. Значит, мы дружбу укрепляем. Значит, мы интересуемся друг другом. Друг друга культурой, традициями и вообще всем теплом, который мы друг другу отдаем. С праздником, друзья! Мы очень рады, что сегодня все здесь, в этом зале, мы вместе. Обретает цвет.
Мордва, марийцы, карелы, коми. Нас много, мы одна семья. За годы сделано немало. Проекты, конкурсы, дела. Николай Васильевич Балькин много лет руководил. А когда ушел на отдых, Василий Васильевич Сызганов на посту его сменил. Примкнули к нам и молодые. Мы – сила, что ни говорите. Нам дали имя Вро-Вайгель, Абрашкин Петр – руководитель. В организации немало активных, творческих людей. Сегодня многих мы увидим на сцене и среди гостей. Соединились сердца воедино. Если мы вместе, мы непобедимы. Держи меня крепче за. Мы неразделимы. Крепче стены не найти на планете. Наши родители, дом, наши дети. Дай Бог увидеть правнуков. Дай нам быть счастливыми. Первый шаг, первый лепет. Мечты о хорошем, волнение и трепет. Семья. Это друг, друг о друге забота. Семья. Это много домашней работы. Семья – это важно. Семья – это сложно. Но счастливо жить одному невозможно. Всегда будьте вместе. Любовь берегите, обиды и ссоры подальше гоните. Хотим, чтоб про нас говорили друзья, какая хорошая ваша семья. Thank you.
Иди с ухилу, петель, 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 будем сыты на моя море, моя море, моя моря, море, да моря море, моря море, да моря море, стихи чтобы не куем нель, куем нель, куем нель, голый чоречи, моря море, моря море, моря море, моря море, да моря море, моря море, да моря море. Скажу без шуток, да в любое время суток каждый, кто живет в семье, счастлив, радостью вдвойне. Все тебе придут на помощь, обогреют и спасут. Любят, помнят, верят, знают, на руках тебя несут. Связаны канатом крепким, спаяны одной судьбой. Тот канат — любовь. Крепко держит нас с тобой. Идем мы по канату, балансируем порой. Пропасть мы преодолеем, только будучи семьей. Я
Если есть у тебя семья, значит, ярче и солнце свет, и закаты надежд полны. В одиночестве счастья нет. Счастье быть для души родным. Каждый прожитый миг цени. Знай, любовь — это твой маяк. Ты счастливее всех. Пойми, если есть у тебя семья. Он сердце, 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 он с
Пускай вам светит солнце, пускай легко живется, пускай людей хороших подарят вам года, любви большой и чистой, добра родным и близким. Ну а мы желаем вам счастья сегодня и всегда. Любите и цените свой язык, свои традиции и свой народ, и никогда не стесняйтесь. Всем здоровья, счастья и добра. До новых встреч!